17 марта в детском саду номер 33 «Юбилейный» состоялось завершение муниципального этапа всероссийского конкурса «Лучший воспитатель-2023». В финал вышли Зарема Магомедова из детского сада номер 5, Румиян Шаибова, сад номер 14 и Загидат Магомедова из сада номер 25. Напомним, что в предыдущие дни девушки показывали свое педагогическое мастерство, занятия в группах, а также самопрезентацию. В заключительный день они прошли испытания «Мастерская педагога» и «Педагогические дебаты». Потому что сегодня, как никогда ранее, возрастает ответственность педагога перед обществом. Оценивала конкурсанток компетентное жюри. Заведующие детскими садами номер 31 Елена Загорная и номер 16 Татьяна Захарова. Исполняющая обязанности руководителя второй школы-интерната Анна Гришина. Председатель городского методического объединения учителей начальных классов Ромела Мамышева, а также начальник управления образования Каспийска Лариса Абрамова. Жюри в этом году, я считаю, что очень даже такое дружное, слаженное, объективное. Мы не подрались, у нас у всех мнение прям буквально единое было. Никто ни с кем даже не спорил. И как-то на одном дыхании все высказывали свои точки зрения, которые совпадали. По результатам испытания победителем муниципального этапа всероссийского конкурса «Лучший воспитатель-2023» стала воспитатель детского сада номер 25 «Джейран» Загидат Магомедова. Второе место получила Зарема Магомедова из детского сада номер 5 «Гусельки». А обладательницей бронзового места стала педагог детского сада номер 14 «Журавленок» Румиян Шаибова. Отметим, что все участницы конкурса получили грамоты за участие. Анастасия Колесникова, Асия Тумалатова, Амарбек Газиев. Новости, телеканал «Среда».